Свой 90-летний юбилей отметил Карачаево-Черкесский орден знака почета Институт гуманитарных исследований при правительстве республики. Вот уже почти век они занимаются всесторонним изучением духовной и материальной культурой народов Карачаево-Черкесии, а также лингвистическими, историческими, этнографическими исследованиями. Ученых научного вуза поздравили представители власти и общественности. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. За время существования Института гуманитарных исследований было сделано немало. И сегодня, благодаря вашим трудам, подрастающее поколение может познавать историю, литературу и традиции народов, населяющих нашу республику, отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Бугаев. От имени главы Рашида Темрезова он поздравил сотрудников института с юбилеем и вручил почетные грамоты правительства республики. 90-летняя дата значительная даже для человеческой жизни. Символично, что он проходит в 100-летний юбилей республики, что отражает важность и значимость гуманитарной науки для общества в целом. Карачаево-Черкесский институт гуманитарных исследований является первым региональным научным центром, который со дня своего основания занимается всесторонним изучением духовной и материальной культуры народов. О деятельности Республиканского института гуманитарных исследований рассказала заместитель директора научного вуза Елена Щербина. С самого основания было проделано много работы по изучению и сохранению истории и фольклора народов Карачаево-Черкесии. Первые ученые в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт, где проявили свой героизм, защищая страну от фашистских захватчиков. Даже в тяжелые 90-е годы Институт гуманитарных исследований продолжал функционировать, сохраняя богатое научное наследие нашей республики. За годы существования издано более 400 сборников по народам Карачаево-Черкесии, по разным аспектам развития народов Карачаево-Черкесии. Изданы монографические исследования. У нас каждый год публикуется, вы знаете, около 100, а то и более статей. Статей всегда очень много. И, между прочим, активизация вот именно нашей научной работы по изданию научных статей по проблемам народов, я подчеркиваю, а только наш институт занимается народами Карачаево-Черкесии. У нас обычно в год несколько десятков статей, которые идут на конференции разного уровня, включая международные. Учеными научного вуза созданы фундаментальные труды в области филологии и литературоведения. На мероприятии отмечали значимость деятельности института в плане социально-политических исследований, которыми занимаются сотрудники института с 90-х годов прошлого века. Сегодня их научные труды остаются востребованными. В отделе фольклора, я думаю, что самые заинтересованные, потому что у нас интересные материалы, собираем экспедиционные. И эти экспедиционные материалы мы анализируем, потом они уже переходят в научную статью. После научных статей, после апробации наших работ, мы уже создаем наши монографические труды. Я думаю, что все научные сотрудники всех отделов имеют право сегодня радоваться такому замечательному дню. Виновников торжества поздравили представители общественности и различных образовательных учреждений, а артисты Республиканской филармонии исполнили свои лучшие песни. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.